Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Большая Планета Земля, и сегодня я вам расскажу про беспородную собаку Дворняга. Беспородная собака. Собака, не имеющая принадлежности к определенной породе собак. Считается, что беспородные собаки обладают лучшим, чем у породистых собак, здоровьем. Это качество вызвано высокой степенью гетерозиготности, а также благодаря значительно более жесткому отзыву в уличных популяциях, в то время как породистые собаки являются продуктом близкого родственного скрещивания, инбридинга. Это негативно сказывается на их генетическом, физиологическом здоровье. Как и породистые, беспородные собаки могут нести разные генетические заболевания, от которых могут страдать и даже погибать, а также психические и другие отклонения. Собаки в космосе. В советской космонавтике использовали только беспородных и бездомных собак, потому что у дворняжек были отмечены крепкое здоровье, смекалка, неприхотливость в еде, лояльное отношение к человеку. Кроме того, их можно было бесплатно подбирать прямо на улице. Среди собак-космонавтов – Белка и Стрелка, Ветерок и Уголек, Дезик и Цыган. Ну, на этом мы заканчиваем. Всем удачи и всем пока. Подпишись на канал.